предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Великая музыка Великой степи». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу. В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о выдающемся казахском кобузисте Ихласе Дукенова. Род Ихласа Тама в административном отношении был подчинен Акмолинскому уезду. Во главе уезда стоял Дуанбасы, то есть уездный начальник, некий Ерден. Он был человеком жестоким и корыстолюбивым, не считался ни с чем и ни с кем. Особенно сильно притеснял он род Тама, который считался в этих краях пришлым. Основным же здесь был род Арган. Ерден разжигал между ними родовую вражду и ловко пользовался ей для своей наживы. Однажды, недовольный недостаточно большой с его точки зрения суммой поборов, которую выколотили для него старшины рода Тама, Ерден приказал своим джигитам загнать к себе в табуны, граничащих с аргынами, аул Тама. Так называемые лучшие люди из рода Тама явились к Ердену просить обратно свое имущество, ссылаясь на то, что они ни в чем не виноваты, ибо уплатили все, что было положено. Ерден и слушать их не захотел, прогнал и пригрозил посадить. И вот один из старшин рода Тама, озлобленный неудачей у Ердена, отнял у Ихласа его единственную лошадь, якобы за долги по налогам, причем избил его плетью, всячески оскорбил и даже хотел сломать его кобыс. Рассерженный Ихлас пешком отправился в Акмолинск к Дуанбасы, чтобы рассказать всю правду о несправедливости старшины. Одна аульцы отговаривали Ихласа от его затеи, напоминали ему, что Ерден совсем не такой сердобольный, как его себе представляет Ихлас, что он прогнал ни с чем даже лучших людей, которые просили вернуть свои табуны, а с Ихласом и вовсе не постесняется. Но Ихлас не послушал советов одноаульцев. В пути он сочинил свой кюй-жал-васаях, одинокий след. «Если у старшины есть власть над одним аулом, то у меня есть власть над сердцем всякого человека, способного чувствовать. У меня есть хубыс, который заставит выслушать мою жалобу даже самого Жаром Патшу, генерал-губернатора». Потому ли, что Ихлас был вообще натурой неунывающей, потому ли, что верил в успех своего дела, хотя и шел пешком в поисках справедливости, подобно своему современнику Жаяу Мусе, но в кюе «Жал-Хасаях» нет ни грусти, ни жалобы на судьбу. Наоборот, это произведение с начала и до конца очень бодрое и жизнерадостное. Thank you.
Великая музыка в великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермекова. По дороге в Акмолинск Ихлас услышал, что в эти дни у Ердена умер любимый сын Айменде, что в доме Дуан-Басы носят траур, а сам Ерден редко бывает в канцелярии. Взяв подмышку свой хобос, Ихлас приходит к дому Ердена и просит разрешения войти. Слуга сообщает, что Ерден дома и охотно впускает бахсы, как в то время часто называли кубузистов. Ихлас вошел молча с поникшей головой. Давая понять, что разделяет горе отца, он произнес краткую молитву по умершему и сыграл на кубузе скорбный трагический кюй. Музыка захватила Ердена и всю его семью. Все молча плакали. Ерден кивком головы дал знать, чтобы Ихлас повторял кюй еще и еще раз. Растроганный, он угощает Ихласа и перед его уходом просит, чтобы тот сказал, нет ли у него какой-нибудь жалобы. Ихлас говорит, что у него есть одна только просьба. Если возможно, возвратить табуны роду Тама. Ерден соглашается и дает распоряжение вернуть табуны. А Ихласу говорит, чтобы тот погостил еще хотя бы несколько дней, утешая печальную семью своей игрой на кубузе. Кюй, сочиненный Ихласом по поводу смерти сына Ердена Айменде, получил в народе название Ерден-кюй. Великая музыка в великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермекова. Ерден-кюй является замечательным образцом кубузовой музыки, готовой темой для больших музыкальных полотен. Через несколько дней Ердену предстояло отправиться в Омск к генерал-губернатору, и он попросил, чтобы Ихлас разделил с ним эту поездку. Ихлас согласился. Генерал-губернатору также понравилась игра Ихласа, которую он слушал несколько дней. Покоренный его искусством, генерал-губернатор спросил Ихласа, чего бы он хотел от начальства. Ихлас, ни слова не говоря о своих злоключениях, просит генерал-губернатора, чтобы он назначил его, Ихласа, аульным старшиной, ибо он хочет испробовать свои силы на поприще управления народом, а уж он дает слово не подвести своего покровителя. И действительно, по указанию генерал-губернатора, Ихласа назначили старшиной. Приехав домой, он первым долгом отобрал своего любимого коня у злополучного предшественника и, побив его той же плетью, счел, что сделал все, что следовало в отместку своему обидчику.
Полученная от генерал-губернатора должность больше его не интересовала. Народная молва говорит, что Ерден, подкупленный сторонниками бывшего старшины, через несколько месяцев сместил Ихласа с поста Ольного. Но Ихлас пережил все это, что называется, и глазом не моргнув. Он по-прежнему продолжал сочинять кюи для кобыза. В их числе находится кюй, посвященный генерал-губернатору и названный в народе Жарм-Пача. Казахи в ту пору считали генерал-губернатора самым большим начальником после царя, а потому и величали его Жарм-Пачой, полуцарем. Жарм-Пача – миниатюрный кюй, звучащий, скорее всего, в плане ироническом. Он ограничен по диапазону, небогат по фактуре, малоподвижен, как бы отражая в себе нечто костное, связывающее неподвижное. Об ироническом отношении Ихласа к черновник свидетельствует также его кюй «Бейстуре». Рассказывают, что когда Ихлас был в Омске у генерал-губернатора, там вместе с ним находились 5 дуан-басе, которые сперва смотрели на Ихласа пренебрежительно, как на безвестного бродягу, а позже, когда он заиграл на кобызе и генерал-губернатор высоко оценил его игру, они тоже в порядке подхалимства сделали вид, что восхищены искусством кюши и усиленно выражают ему свое одобрение. Раздосадованный их чванством и тупоумием, Ихлас сочинил свой кюй «Бейстуре», то есть 5 чиновников, придав своему сочинению сатирический характер. Народные кобызисты достигают этого, извлекая из кобызы своеобразные звуки, как бы подражающие голосу и человеческим возгласам. Когда Ихласу пошел четвертый десяток, его музыка уже представляет собой серьезную силу. Сочиненные им кюи и искусство игры на кобызе в это время уже резко отличались от музыки Бахса. По-прежнему народные легенды были его любимыми сюжетами, но он умел вложить в них современное жизненно важное содержание. Однажды в очередных своих разъездах Ихлас услышал легенду о Жеске и к медной сайге, красе и гордости степи, олицетворении свободы. Кюй Жеске-Ик – это любование вольными степными просторами, стремительный бег свободной сайги, передан своеобразными ритмическими приемами. Жеске-Ик – кюй оптимистического характера. Моменты изобразительности в нем сочетают с патетической песней о свободе. Великая музыка в великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермекова. Одним из интересных кюев легенд, сочиненных Ихласом для кобыза и также несущих в себе яркую жизненно утверждающую идею, является кюй Акку. Белый лебедь. Акко – это старинный кюй, распространенный во многих уголках Казахстана. Он имеет варианты для думбры и для сыбызга. Ихлас обратил внимание на своеобразные изобразительные возможности этого сюжета, заимствованного из древней народной легенды. Кюй этот примечателен по богатому, развитому сюжету и по силе, тонкости и меткости изобразительных приемов. Thank you.
Русские слушатели способны сидеть и слушать такие кюи сутками и уважают таких кюши не менее, чем сказителей или певцов. На основе прежнего варианта кюи-аку, используя все расширенные им возможности кобыза, Эхлас сочинил совершенно новое музыкальное произведение, по-своему трактуя сюжет народной легенды. Рассказывают, что Эхлас однажды во время своего путешествия остановился у одинокого дерева, растущего на берегу реки. Он пустил своего коня пастись, а сам сел отдохнуть от жары в тени дерева, любуясь течением прозрачных вод. Вдруг он увидел птицу, которая жалобным писком летала вокруг дерева. На ветках Эхлас заметил гнездо, откуда были видны головки птенцов. Они тоже пищали, видя кружащуюся мать, а по стволу, подбираясь к добыче, ползла змея. Тронутый жалобой матери и птенцов, Эхлас быстро встает, снимает плетью змею с дерева, убивает ее и бросает в речку. Птица возвращается к гнезду, а Эхлас говорит про себя: «Хищник есть хищник, человек ли он, змея ли, он хочет проглотить слабого». Расскажу об этом на струнах своего кубыза, чтобы люди понимали о черных делах всяких хищников. И он сочиняет кюй шинрау, который иногда называют шинрау кюй, то есть предсмертный. Так в общем социальном плане трактует Эхлас традиционный сюжет о ласточке и змее. На шестом десятке жизни Эхлас совсем обеднел. Услышав об этом, люди Тома собрали ему жилу, то есть помощь, так как Эхлас до конца своих дней пользовался большим уважением народа. В 1916 году, на 73-м году жизни, Эхлас скончался. Искусство кубыза продолжил его сын Тусупек, который был замечательным музыкантом, но сам кюй не сочинял. Он бережно хранил наследие отца и старался передать его другим. У Тусупека искусство игры на кубызе перенял его племянник Даулет Махтабаев, который работал в качестве кубызист-солиста в Казахской государственной филармонии имени Джамбула. Талантливый кубызист Даулет Махтабаев сообщил много кюев Эхласа, а также сведения о его жизни. Немало таких произведений сообщил через Махтабаева современник Эхласа Буралкы из рода Тама, ответвление Тулеп, который жил в ауле Жанаркинского района Карагандинской области. Казахский народ с глубоким уважением относится к Эхласу Дукенова, одному из основателей кобызовой традиции, композитору-исполнителю. Поэтому-то музыкальное наследие Эхласа пользуется огромной любовью среди казахских слушателей. На этом мы заканчиваем нашу передачу. До новых встреч. Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Ходжаева, вела передачу этномузыковед Салтанат Ермекова. В великой степи всегда звучала великая музыка. Еженедельная авторская программа Салтанат Ермековой.